материалы, не вредные для человека, безусловно. Окна наши, двери наши, руки наши. Что еще надо для того, чтобы сократить сроки строительства? Компания ПЗСП уже несколько лет работает по заказу администрации Перми в сфере развития территории и строительства. Этот 10-этажный муниципальный дом из фирменной серии Э-600 возведен в лучших традициях компании. Наружные стены из однослойных газобетонных панелей. Технология уникальная, является ноу-хау ПЗСП. Сдали объект на месяц раньше срока, чем очень порадовали новоселов. В этом доме 198 квартир. Получается, что 198 семей переедут из аварийного жилья. Искренне хочу вас поздравить с переездом и сказать, что вы будете жить уже в совершенно других условиях. Получив ключи, Наталья Павловна торопится открыть дверь новой двушки. Просторно, красиво, удобно. Во всех квартирах качественная отделка под ключ. О прошлом даже вспоминать не хочется, признается женщина. Потому что это деревянный барак 31-го года постройки. Все шикарно, ничего не надо переделать. Меня устраивает абсолютно все. В администрации города отмечают, что строительство муниципального жилья по конкурсу имеет ряд преимуществ. Квартиры застройщик проектирует нужной площади. Мы научились проектам предусматривать такие решения, которые бы удовлетворяли всем нашим потребностям для как раз расселения аварийного жилья. Благоустроенная территория вокруг дома, детская площадка, парковка с местами для маломобильных граждан. Весной во дворе зазеленеют газоны и уже посаженные деревья и кустарники. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.